Сейчас мы исполним одну из самых наших знаменитых песен. Она всегда в нашем репертуаре, никогда не исчезнет, потому что будет популярна вечно. Вы, наверное, догадываетесь, о чем я говорю. Это, конечно же... Не валяй дурака! Не валяй дурака! Америка! Наконец-то мы сошлись. Да, это не валяй дурака, Америка. И, с вашего позволения, я спою ее вместе с нашим бэк-вокалистом. Вам уже привлекался такой самый юркий такой. Но ты все равно девушка. Вот наш коллега. Зовут его Леха. Но буквально недели две назад он упал. Мягко говоря. Вот, он так упал, что поломал себе там что-то сзади. А лопатку поломал. Пришлось ему его запаковать, вот эту историю. Вот поэтому не удивляйся. Вот он именно так сейчас в последнее время и выходит на сцену. Ну, другого выхода у него просто нет. Не стоишь ему за кулисами. Вот, пусть будет, правда? Вполне по нашим погодным условиям вполне нормальный вид. Действительно отличаюсь. Да. Ну что, по куплетику буквально. Я куплетик, он куплетик. Я он. Или вообще все он. Хотите? Давай я начну. Короче говоря, разберемся по ходу, да? Сейчас водички глотну. А то он-то молодой, как сейчас заорил. Не валяй дурака. Так. Америка, кричим вместе все. Поехали, да? Готов? Да? Понеслась.
Да-да. Добавь мне, пожалуйста. Лёху вы знаете. А теперь знаете всех остальных по именам. Я фамилии не буду называть, бессмысленно, не запомните. Дима. Алексей. Наш бас-вокалист. Про Алексея, про бас в частности, говорю всегда отдельно. Это невероятно ценные голоса. Их не так много, на расхват. Поэтому нам очень-очень повезло, что в том далеком 89-м году, в прошлом столетии, мы встретились с Алексеем на студии на записи самой первой нашей песни. У нас много, затем впоследствии, много всяких таких хоровых мест в припевах там и так далее на протяжении многих этих лет. И вот все самые низкие партии исполняет Лёша, потому что у меня таких нот нет. Я тебе, в принципе, вот он его. А какая тебе самая дорогая? Си бемоль с утра. Карман. Басы звучат с утра. Но есть один маленький секрет, который я выдам все-таки. С похмелюги цены нет. Это правда. Вот перед какой-нибудь ответственной записью я накануне накрываю столик на двоих и подливаю Алексею, смотрю внимательно и На следующий день он звучит как бог с утра. Так, за барабанами у нас, как она говорит, то же самое, что было раньше. Саша у нас, наш ветеран. Саша. Он сам из Горького, но сейчас Нижний Новгород. И вообще с ним, честно говоря, я с ним знаком, вы даже не представляете, с 78 года. Самые мои первые гастроли, а были где-то второго в тех местах, я заехал в город Горький и познакомился, он играл на барабанах в каком-то ресторане, там, по-моему, ресторан АК, есть ли до сих пор кабак какой-то. Короче говоря, мы, представляете, шли годы, и спустя много-много-много лет ему поступило предложение быть барабанщиком в группе Любэ. И вот мы оказались вместе. Нежданно. Да, это было у нас время. Так, клавишные инструменты. И бэк-вокал. Паша, наш баритон. Гитара. Ваня. Я когда с ним познакомился где-то полтора года назад, я не поверил, что разве может человек, обладающий такой внешностью, быть Ваней. Жорик, как минимум. Ваня, ребята. Ну, в коллективе иногда мы его называем Жорик. Пусть будет. Так, ну, вы, наверное, обратили внимание, что нет Виталия Локтева, нашего клавишника, баяниста и так далее. Да? Где-то тоже полтора года назад, чуть больше, он мне позвонил и говорит: «Коль, я больше не могу выдерживать этого безумия. Я устал, я хочу напиться». Как раз и возраст подошел. И он ушел на пенсию. Прикупил себе домик в Москве и мирно уживается с женой и тещей. Но для разнообразия купил себе недавно собаку, говорят. Лучшего друга.
Хорошо, я всех вам представил. Это была ассамблея. А, я забыл Алексея. Три Алексея. Алексея. Леша. Спасибо тебе огромное, что ты присоединился на этой красоте. У нас, честно говоря, не хватает звучания именно баяна. Можно, конечно, настроить на клавишных инструментах звук баяна, но это будет совершенно не то. И потеряется вот то звучание, к которому привыкли гуси, и я в частности. Вот. И когда мы репетировали, когда играли сейчас, баян, ну, совершенно по-другому все звучит, там самый любовь совершенно по-другому с баяном. Это правда. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо большое. Но после подобных объявлений все должны уже понимать, что пора уже валить. Но это еще не все.